Всем привет, с вами, как всегда, Дезертир, и, собственно, мы продолжаем гонять, и сегодня мы будем гонять с Нарушителем. Все или ничего, поучаствуйте в спринте с Нарушителем. Ну что ж, проверим его мощь, друзья. А также мощь копов, которые за нами гоняются. Машиночка у нас чуть побыстрее, чем у него. Так что, по идее, у нас особых проблем не должно возникнуть как бы с ним. Но там будет видно. Так, мы гоним. Нарушитель там во что-нибудь врезается, разрушает, а мы просто едем спокойненько себе и не паримся. Зачем нам лишний раз что-то разрушать, типа вот этого такси, например, если можно просто и спокойно поехать и никого не вырубать. Не так ли, друзья мои? Да хватит пытаться за мной гоняться. Девчаты, вам не светит. Вам не светит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что-то как-то я рановато затормозил, на самом деле. Самую малость. Тихо. Чекпоинт прошли? Прошли, замечательно. А остальное не так важно. Тихо. Чекпоинты. Это важно. Я помню, как-то тоже так на чекпоинт на какой-то забил, пришлось перепроходить с... Ну, короче, круг наворачивает лишний из-за того, что вот так же чекпоинт не прошел. И было не очень круто, на самом деле. Так. Я что-то не успел заметить, какой я там уровень получил. Но думаю, что все более-менее нормальненько. Так, 18 секунд, за нами все еще гоняются копы. Уже три звезды. Три звезды копов на нас. Ах, ай-яй-яй. Стала машина часто улетать в какой-то кювет. Ну ладно. Позиция у меня первая, так что бояться особо нечего. И финиш, дорогие друзья. 2 минуты 32 секунды личный рекорд, гонщик ракета, новый уровень 34-й. Все замечательно, нарушитель аж 11 тысяч медали с лишним. Осталось только уйти от копов как бы. Так, что мне там сказал? Ладно, первый. Так. Надо было прочитать, но уже поздновато. Но, видимо, что-то про первый раз, типа. И такой весельчак, все дела. Такой веселый гонщичек. А я вот тут сфоткаюсь, например. Классный мост. Ну что, давайте что-нибудь сделаем более веселое. Так, теперь мне точно что-то оставил. Для Тогу нужны двое, но это скучно, поэтому кобы тоже приглашены. Увидимся. Показать место на карте. Маршрут. Мне просто интересно, далеко ли мне до него далековато. Давайте проедемся. Редко я стал ездить по улочкам, поэтому можно и проехаться разок. Так. Главное, чтобы меня особо не заносило. Так, крутой поворот. О, я даже его выиграл, серьезно. Круто.
на 36 уровне здесь откроется задание. Ха, гонщик-то тот улетел, а я нет, мугагашеньки. Он надеялся, что на встречке идиотов не будет, а тут я оказался. Хо-хо-хо-хо. Так, а ну-ка. Нам не сюда. Плохо. Все это было плохо, потому что там был фургон. Вроде небольшая же скорость была. В чем проблема? Фургон, отстань от меня. Так, не по прямой. Ехать, ехать, еще раз ехать, да? Блин, можно было бы тачку починить, но ладно. Так. Красиво. Мне понравилось. Это уже второй такой вылет. Привет, гонщик. Видела твой пост. Надеюсь, кто-нибудь заснял это. Ты просто псих, парень. Отличная работа. До встречи, окей? Ну ты даешь, увидимся. Ну, видимо, мы набрали нужное количество. Скоростной режим. А там просил набрать сколько-то конкретно. Мы набрали. Какой-то кривой у меня дрифт получился сегодня. Ну да ладно. Мы все еще едем, так что все, в принципе, хорошо. Так. Либо со мной что-то не то, либо с машинами. Да нет, вроде и со мной все так, и с машинами более или менее. В чем тогда проблема? Хрен его, короче, знает. Ладно, попробуем что-нибудь выяснить. Так, на какой-то интересненький мост выезжаем, сбиваем все ограждения. Букагашеньки. Тихо! Я не хотел врезаться в этот фургончик, за этим просто повернул не в ту сторону. Ладно. Хреновый из меня сегодня водитель. Определенно хреновый. Но надеюсь хотя бы в тогу победить. Да, но нужно-то было в эту сторону. Давай проверим, как твоя тачка попрет на такой мощи. В смысле, я придумала, что можно сделать, но твоя же тачка. Короче, увидимся. Агась, попробуем. Максимальная атака. Поучаствуйте в тогу с нарушителем. Ну что ж, давайте погоняемся действительно. Где-то я эту машину уже видел. А вот где вспомнить пока что-то не могу. Что-то мне кажется, что нарушитель один из наших. Ну ладно. Посмотрим, возможно это и не так. Здесь дрифтить надо, я и не заметил. Ай. Ой, ну мы оба зато врезались, классненько. Так что обоих перевернуло.
Ну и плюс я ему немножко дрифт заломал. Так, вот здесь должен быть хороший, по идее, дрифт. Я сказал, по идее, хороший дрифт должен был получиться. А он не получился. Вот, отличненько. Так, мы все еще его обгоняем. Ну, по дрифту, в смысле. Да и не только по дрифту, кстати. Ну, если так, тысяч по 6 буду зарабатывать за раз. Да чтоб тебя! Так. Ладно. Надо парнишку сделать, а то он что-то много о себе возомнил. Я, правда, тоже о себе до хрена возомнил, но... Я-то хотя бы реальный игрок, а он простой бот. Как я могу быть таким криворуким? Ладно, соточку набрали. Отлично. А походу уже закончил гонку. Событие завершится через... Ага. Ну, в принципе, да, он гонку походу закончил, я нет, но мне и не надо, я победил. Скорость, тюнинг, нарушение, все как всегда. Что ж, неплохо. Похоже, у нас что-то там. Естественно, он мне не даст прочитать это сообщение. Не стесняйся, я жду. Вот, давайте случайку вызовем человека на дрифт. И посмотрим, как у нас получится дрифт. В принципе, разницы, где мы его будем выполнять, особой нету. Дикий заезд, что-то там. Я не успел прочитать, сейчас прочитаю. Агат-то меня обгоняет, смотрите-ка. Причем так нехило, я вам скажу, обгоняет. Спонтанный дрифт. Так. Вот теперь я его обгоняю. Так, долго будет это соревнование-то длиться? А то мы гоняем, по сути, по прямой. А в дрифтом тут особо и не пахнет. Что-то чувачело как-то куда-то залетел не туда. Вот и финиш. Спонтанный дрифт, 39 счет, 1000 выигрыш, офигеть, круто. Попробовали первый раз вызвать какого-нибудь спонтанного гонщика и победили его с первого раза. Замечательно. Кстати, вот здесь я, по-моему, не фоткался. И делал там рядом пончика.
Так, центр искусств Вентуры Бэй. Мне нужен пончик. Где тут вообще полиция, я не понимаю. Просто как бы, где они меня запалили? Ну ладно, мы оторвались. Давайте все-таки выполнять пончик. И выполним крутой дрифт. Круто. Опять копы все запороли, как обычно. Ладно, сейчас поедем в следующее задание. А вот почему все копы запарывают. Потому что тут в 2 метрах находится полицейский участок. Ну, зато я теперь знаю хотя бы, где копов этих доставать. Если приспичат, мне с ними погоняться. Так, ладно, давайте посмотрим, что он от нас хочет. Так, дикий заезд на скорость с копами, они бесятся, когда их уделывают. Не хочешь поучаствовать? А, нет, пока не хочу. Пока не хочу, зато хочу подъехать вот сюда вот и посмотреть, что здесь есть интересного. Нэнси. Принцесса Нэнси. Хорошее название для корабля. Так. Ладно. Названица и названицами. А у нас вот здесь маршрутик. А ну-ка, поехали. Коп, ты зачем решил меня... Ой. Рановато я туда вписался. Ладно, уходим от копа, попутно едем к нашему заданицу. Почти треть позади. И это уже 5-й заезд. Напряжение все выше и выше. У кого же подскочит репутация? Заряжен на победу. Уложитесь в заданное время в гонке. Будем надеяться, что я уложусь. Так. Эй! Геймпад, какого? Прости меня, фига. Ты делаешь такие плохие вещи. Так. Надо здесь набрать скорость около 300, потому что мост длинный, мне может получиться сэкономить хотя бы сколько-то времени. Отлично, 300 набрали. Продолжаем набирать скорость в том же духе и удерживаем, главное, удерживаем эту скорость. Ну, насколько это, конечно, возможно. Чтобы ее удержать, нужно никаких резких поворотов не делать, типа вот этих. Блин, почти 200 удержал, но сбросил их. Хреновенько. Так, надеюсь, больше таких поворотов не будет. Нет, будут другие повороты, я понял. Ясненько. Ай. Тихо, 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 давай. Ну же, финиш. Ух, успел. Успел, 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 успел. Ха-ха-ха-ха. Вот и дал. Запущу-ка видос с регистратора. Давай, запустим. Так, тюнинг у меня в данном случае плюс дали по тюнингу. Что ж, как бы то ни было, теперь ты опытнее. Тут главное показатели. Всегда стоит повторить, и неважно, каков результат. Ну да, ну да.
Так, что я хотел сделать? Ясно. Ну, давайте погоняем от копов, давно мы с ними не гонялись. Ну? Долго будешь пончики свои кушать? Девушка. А девушка? Хватит кушать пончики, давайте поговорим. Встретимся с вами, поболтаем. А тут новый уровень с вами получил. Ясно, видимо, девушка со мной разговаривать не хочет. О, она, кстати, открыта. 5 уровней. 5 уровней испорченности копов. Или как это получше бы назвать. Ладно, давайте свалим от нее. Раз она с нами не хочет болтать, то нам такие не нужны. Кстати говоря, сейчас припаркуемся где-нибудь. На шоссе же нельзя парковаться, правильно? А тут на газончике можно, я думаю, будет. А посмотрим, что нам там еще. Какое событие мы не открыли. Так, это полиция штата точно была? Чувак, тут народ собирается на сходку. Большая движуха. Может, даже я наведаюсь. Просто решила сообщить. Давай. Угу. Кольцевые гонки, да? Я так понимаю, это я? Лонгхорн. Я вам обещал, что я буду показывать где-то по одному ролику, как минимум. Давайте наведаемся. Что она нам интересно расскажет? Неплохо, давай-ка поднимем ставки. Офигеть, блин, Магнус запустил вызов, гляди. Эй, смотри, сам бог городских нарушений. Воу-воу-воу-воу. Что это такое, я слышу? Вызов-то настоящий? А то, мы там такое устроили. Если Магнуса это не впечатлило, вам пора на покой. Да ладно, все нормально сделали. Магнус, трепещи. Все. Я пошла, парни. Может, по пути встречу кого? Идете? Прости, конечно, но кого там еще по пути выбрал Магнус Вокер? И кто по пути надерет ему зад, еще не вечер. Спасибо за поддержку, Трэвис. Так его сердцу не подберешься. Будто ты знаешь, как это сделать. Как-то вот так вот. Будем надеяться, что что-нибудь здесь будет интересное. Ну или нам кто-нибудь позвонит. Но это в любом случае уже будет в следующей серии. А сегодня мы как бы закончили. И в бильярде мы здесь и, наверное, останемся. Ладно, в общем, всем спасибо. Пока-пока.